1 марта 2015 года, 12:30, место действия неизвестное. Не успел почитать. Пока мы не начали, я просто хотел сказать вам спасибо. Блять, пожалуйста, за что? Есть какая-то инфа, как... Вот я играть. Вы единственное не повесили трубку, когда я сказала, что именно расследую. Остальные просто исчезали. Кажется, они вовсе не желают об этом говорить. Я просто хочу, чтобы вы знали, для меня правда очень важно. Для меня правда очень важно, что вы согласились. Итак, начнем с самого начала. Расскажите о первом дне работы с офицером Раймсом. Если вы готовы, начинайте. Да, и лобби пошло. Найс. Джон Раймс, вызывает диспетчер, парни. Куда вы одевались? Ты говоришь, а? Джон Раймс, вызывает диспетчер, парни. Вы где, блядь? Ладно, у нас тут сообщение об ограблении в баре Армадилла. Нужно, чтобы вы двое добрались до туда и все выяснили. Подозреваемые хорошо вооружены, есть несколько заложников, так что аккуратней там, вы оба. Особенно ты, Джон. Не хочется, чтобы ты умер в свой первый день. Так, у меня вопрос, блядь. Кто из нас Джон? Кому надо быть осторожным-то, блядь? Так, подозреваемых 7, гражданских 3, сложность миссии... Ну, на троечку с половиной из 10, как бы, да? Окей, я выбрать. Я Джон, как бы, да. На самом деле, это 35 из 10. Я беру... флешбэнк, апотеки и набор отмычек. Я полагаю, мой напарник, Рик Джонс... возьмет такой же набор. Но нет выбора. Кстати, я думал, здесь будет... хотя, может быть, оно потом будет, типа, лого игры еще. Лого? Ну, не лого, в смысле, такая там полицейская история. Там, понял. Так, ждем. Нужно тебе Enter нажать. Нажал. 3 сентября 1998 года, 23:15, закусочная, что-то там. Вот что произошло той ночью. Я шел по очень темному коридору. Черному хоть глаза выколи, даже стен не видно. Шел, кажется, целую вечность, когда вдруг увидел перед собой дверь. Огромную дверь. Ну знаешь, такие большие деревянные двери. Я подошел к ней, открыл аккуратненько. И что ты думаешь? А там нихуя. Просто пустая комната. Не считая коробки. Туда она уже не пустая. Обычная картонная коробка просто стоит посреди комнаты. Это я, кстати, тебе рассказываю, ты заметил? Ты внимательно меня слушаешь, да? О чем я говорил? Коробка, комната. Mm-hmm. Ну да, да, все верно. Представляешь, я подошел к ней. И все думал, что же в этой коробке? Тут я увидел кровь на ее стенках. Мой мозг буквально орал. Что там внутри? Что в коробке? Что в этой ебаной коробке? А потом я наконец открыл ее и... голова. Там была голова моей жены Сьюзи. Представляешь? Ты видишь, ну и сон. Тихо, блядь, не смеши. Я чуть с кровати не упал. Переезд в другой город. Просто катастрофа. Мы уже месяц коробки разбираем. Неудивительно, что мне кошмары об этом снятся. Нет, ну давай как, ну ты... Во-во-во, вот так. Твой бывший однокурсник по академии и просто лучший друг перевелся в твой участок. И так-то ты его встречаешь? Ты ничуть не изменился. И мне это, черт возьми, нравится. Надеюсь, сеанс психотерапии... Это твоя реплика. Прошу прощения. Надеюсь, сеанс психотерапии завершен. Слушай, тут твой трёп и реально скучает по работе. Смотри, а ты отдаешься делу полностью. Все такой же сухарь. И знаешь что, мне правда этого не хватало. Такого мощного, крепкого сухаря. Напарника. Ну да ладно, сам-то как? Чем занимался все это время? Да как тебе сказать, как обычно. Распутываю дела, сажаю родов за решетку. Ты жесткий.
скоро стану старшим офицером в этом дерьмовом участке. В общем, не веду себя как трусишка. Я? Трусишка? Чувак, ты только что признался, что боишься коробок. Крыть нечем. Бля. Подъем защита на 1-0. Как бы то ни было, я рад снова тебя видеть. А черт с ним. Я тоже скучаю по тебе. Надоедливый ты, сукин сын. Полицейская история! Оу-е! Настроил, да? Другое. Стоп! А мы не должны были куда-то поехать? Диспетчер звонил полчаса назад, Джо. И под выкупы сидим тут только в коробке. В закусочной там полчаса уже как вызов, блядь, заложники все хуя. Ох, Hotline Miami пошел, бля, буду. Но, нихуя. Слышь, по-любому я был за рулем. Так. Так, я черный, я очевидно. Ох. Ты черный, очевидно, идешь в первый. Ну ты же у нас крутой парень. Так, стоп. А что ты сейчас? Один, смотри, один оружие, два. Это, кстати, Хеклер Кох, МП5. Угу. Светошумовая граната, это два их две штуки. Аптечка, это три. Кстати, я, ну, как бы, спойлерок. Я знаю, что аптечкой можно воскрешать не только друг друга, но и тех, кого, ну, заложника ранишь или бандита. Ебать, музыка долбит. Так, ладно, пойдем посмотрим, что здесь есть. Как ты быстро... А, понял. Shift. Сейчас, нам надо осмотреть, это Рик. Тебя же Рик зовут, да? Я забыл, как тебя зовут. Джонс, по-моему. Ну, надо смотреть, это Джонс. Короче, напарник. Ты готов? Я открываю. Было. Заходим. Да. А. Угу. Так, чисто. Это... Вижу бутылку. Ладно, ты готов? Сейчас будет. И да! Жать, сука! А, а, блядь, меня подцепили! Офицер ранен! А, я держусь, блядь! На Е, на Е, на Е, на Е. Всем лежать, мордой в пол, сука, работает полиция. Так, телефон. Смотри, что это? Это улики. Улика найдена, наркотики. Лежать, сука! Блять, неоправданное насилие. Руки за голову. Да? Улика. Блин. Надо собирать, короче, наркоту и оружие их. Блять, ведут огонь. Пробегай, брат. Это было оправданное, потому что он начал первый стрелять. Перезаряжаюсь, брат. Ого. Да, лежать, сука, он стреляет. Брат, брат! Нет! Кстати, это очень канонично, что ты доехал первым. Я даже не удивлялся. Как использовать? Я... У меня выходит что-то? Можно сказать? А, я два раза сам себя похилил. Го-го, ладно. Поехали еще раз. Блядь! Его в тот раз тут не было. Похуй. Зачистка. Минус 2000 штраф, я гражданского убил. На, нахуй. Полицейский беспредел, ебало, закройся. Я напарника потерял, блядь. Брат, я за тебя отомщу. Давай. Это мой первый я день на работе. Нихуя себе. Да ладно, я... Джо. Как ты там? Как тебя зовут? Так, короче. Мне совет. Подозреваемый может сдаться после предупредительного выстрела. Короче. Здесь явно надо процедурная генерация. Надо действовать, короче, как полиция. Готов? Ну. Где? Куда ты побежал? А, бля, прицела нет, я пытаюсь сесть. Кто-то убежал от нас. Да, я видел. Ебать, заходим и орём. Стой, вижу улику, улику, стой. Смотри этого. Его надо... Тихо, нахуй. Сука, ты чё, блядь, рыпнулся? Пидорас. Так, что... тихо, прикрывай. Браслет одевай. Вы имеете право хранить молчание, нахуй. Все, что вы скажете, может быть использовано против вас, блядь, в суде. А еще вы имеете право быть выбранным сокамерником, блядь, в тюрьме. Руки за голову, сука. Слушай, все как-то слишком гладко идет. Жи нахуй. Браслеты. Так, здесь заперто. Проходим, давай, я за тобой. Так, я левый, правый, чек. Понял. Сзади! Блядь! Я его прикладом почти. Блядь, ну надо же было две стороны чекнуть, ну сука. Надо делать предупредительный. Я делаю. Воскреси меня, стой. У тебя есть аптечка, я знаю. Я проверю. Так, три аптечка. Использовать снаряжение левого...
ничего. Ну, я нажимаю, я себя, походу, хилю. Ну, зажми, подержи. А как-то Enter, F, E, что-нибудь. Мне кажется, это крылом просто, нет? Должен. А может, аптечка только на себя лили? А, о, я рестарт. Стой, нажми F. Не-не, это я две аптечки провязал сейчас. R — это перезарядка. А, нет, я просто смог... А, тут кто вайбился, может проголосовать за рестарт, понял. А, там закрыт, надо отмычку. Ну так тоже можно. Ну, блять, он пистолет на меня навел, нахуй, он сам виноват. Открываем интервью. Я не превысил полномочия. Да хватит орать там. Я туалет чек, идешь, стой. Блять, брат. Нам надо 10... Держи. Заходи, я коверю, я смотрю проход. Ну, Ники собрал. Готов идти обратно. Идем со мной, идем сюда, за барную стойку. Готов? Блять, неоправданно, он сдавался. Ну, не ебет, ладно. Сука, неоправданное силе минус дохуя очков, кстати, дают. Ничего, мы потом, если тебе поможем. Мы его можем воскресить, нахуй, и арестовать по всем правилам. Мы не можем его воскресить. Лежать, сука, я его ранил. Кто это вообще? Вроде все. Ну, я ему... Бля, как сложно, на самом деле. Пойдем сверху? Давай. Хорош. Батя у тебя, нахуй, быстрая, самая быстрая рука в этом ресторане. Все потому что... Ты видел, смотри? Идем сюда, ладно. Ну. Смотри, по крови прошелся, следы оставляю. Покрывать их нельзя, зараза. Оу, ебать, ну у нас что-то выходит. Вот мы кровавые копы. Сюда, давай. Ты охуел? А как ты мили? На F. Говорит, отстанет меня, нахуй, потому что он в носяру, ныр. Так, ничего, стой, давай флешбэнк ебанем. Я открываю, ты кидаешь. Стой. А как? Ну, кинь одну так. А как кинуть ее, а? Уже можно не кидать. Нет. Сука, ты лежи, давай. Хватит. Носяру ему разбил. Блять, жалко нам. Так, бонусы. Арест подозреваемых. Нет, нам штраф интересует. Неправомерное применение оружия минус 1500. Оценка Д. Давай попробуем еще раз, ладно. Я хочу понять, как пользоваться. Вот. У меня есть, во-первых, набор. Я столько что спалил. Как пользоваться светошумовой? Отвернись. А я отвернулся, меня не оглушило. Ну, вот только сейчас я полностью отлимался. А как отменить? Что, много, ладно, я готов. Я готов. Да ты как ты? Ну, я просто проверил. Я словил. А, его оглушило, ни хрена себе. Да. И отворачиваться работает. Неправомерное. Блять, он бежит с пистолетом на тебя. Неправомерное, нахуй. Бред, блять. Так, наверх готов заходить? Понял, хоть твоя Майами, значит, начинаем. Да не, ну в смысле, я уже... Опять же, он целился в нас. Так, арестован. Задержан. Брат! Тебе надо делать предупредительное. Я вроде сделал, ничего не получилось. Ладно, пока наблюдаю. Мне кажется, ты не можешь меня похилить. С аптечкой иду нахуй разбираться. Блять! Так, хорошо, сейчас у нас точно все получится. У меня ачивка, пришел с ножом на перестрелку. Стреляй, эти, предупредительные делай. Он ранен, он истекает кровь. Он позвал на помощь. Нормально. Там гражданский, готов? Ой, это моя ошибочка. Ошибочка. Блять, я путаю Е и F, поэтому бью всех, кого пытаюсь арестовать. Так, я понял, как определить тех, кого задержал я, у них нос разбит. Понял. Да забей там, какие генерации. Подбежал ему нахуй с приклада. Я ничего не знаю нахуй, ты это в суде будешь говорить, ублюдок. Ебать, у тебя
CSGO пошел. Просто очереди такие. Кстати, посмотри слева сверху, видишь, по-моему... Джон, я думал, мы друзья. Только ты так думал. Только ты так думал. Я не помню, как тебя зовут, сука. Так бы ответил поинтереснее. Так, блядь. Живой? Да. Офицер ранен. Похилься, брат. Я ранен, да? Офицер ранен. Диспетчер, диспетчер, нужна скорая помощь, блядь. Офицер ранен. Машина 2-4, блядь, у нас пиздец. Там гражданский сейчас, нахуй, навсегда глухим теперь будет. Нихуя себе там волна. Идем, пройдем. Just do it. Нихуя себе. А, знаешь, почему неоправданное? Я не крикнул, что есть я просто вышел такой, слышь, ты хуй! Ударь, разъебал его. Рестарт не, пожалуйста. Надо было ему, ну, короче, предлагаешь сдаться, и тогда уже, по идее, оправдано будет эта стрельба, нахуй. То есть, давай, я открываю. Крикнул, лежать, сука. Он обосрался, да? Все, здесь да, чисто, я работаю. Чё, это не погнали, отличный дальше. Напарник, я его задержал. Давай сюда. Сейчас. Это работа полицейским, очень сложная. Пидорас целиться начал. А, сука, жить не хотел, блядь? Хотел бы жить, сдался бы, нахуй. Так, там молодой человек. Каверю, каверю, каверю. Пакуй его, брат, пакуй его. Пакуй его. Упакован. Все, полиция сработала отлично. У-у-у. Так. Блять. Это неожиданно. Ебать, у него там что, 5-7 был? Звук похож на 5-7. С открытием говорим, открываю, типа. Понял. Потом... Давай, я жду, ты открываешь. Открывай, брат. Бля, не брат, не открывается. Вот этот туалет, готов? Раз. Открываю. Два. Три. Блять. Знал-то. Ну он, кстати, не стрелял. Вот этот, кстати, он, смотри, он просто стоял с волыны такой, и бесит, меня коп. А по факту был вооружен. Сюда. Хочу с тобой. Блять, чисто. Блять, нам бы дали какую-то методичку, что ли, как работает спецназ. Оправданно все было, на. Палец на курке. Да ёлки-палки. Вот не поймешь, блин. Да я его за тебя, брат! Запизжу! Нормальный тактик. Флешка на длину. Блять, неоправданное насилие. Ну, теперь оправданное, да? Кто-то еще идет. Нахились каврами. Похилился, да? Угу. А, сверху забавно. Видишь, у нас магазинов-то 3 всего, лол. Ты видишь эти белые полоски? Это магазины? По-моему, это ХП? Да, я уверен, что это магазины. А, да, все понял. Я хилюсь. А вот ХП я нигде не вижу. Ну, видимо, надо по малине на экране это определять. Пистолет забери. Ебать, его уработал двойной ног. Двоечку по корпусу просто он слег. Блять, он же не за дверью, правда? А вот здесь мы, по-моему, пропускали. Туалет вот этот. Не спеши, не спеши, брат. Чисто. Понял. Флешбринг не нужен. По-моему, все. Ну, почти идеально. Один раз было только неправда, не носили. Ну и то, блять, нахуй, сори, он вооружен был. Так, не улики, может, оставили? Давай проверим. А мы тогда, как мы, что мы делали, типа? Тогда она просто сама такая, типа? Ну, само закончилось. А вот я не рискнул. Вот, челика оставили. Ранение и неправомерное применение оружия. Ну как бы похуй. Ладно, пойдем дальше. Я так понимаю, нам нужны очки, чтобы дальше миссия разблокировать. Я думаю, нихуя. Я думаю, это с минусом пойдет. Пойдет. О! Лежать, руки за голову! Стоять, нахуй! Так, у нас с напарником не очень много времени. Так что не трать его попусту, расскажи нам, что мы хотим знать. Понял?
Да, понял. Чем вы, ребята, тут занимались? Ничем, правда. План был в том, чтобы послоняться здесь немного, а потом позвонит один из наших парней. А как позвонит, мы должны были поехать... Блин, неважно, никуда, забудь, что я сказал. Куда поехать? Куда поехать, блядь, говори нахуй, пока я добрый. Хорошо, только перестань орать на меня. Склад на Армор-стрит рядом с жилым комплексом. Я мало что знаю, но похоже склад набит оружием. Слышал, как ребята говорили о подготовке к чему-то очень большому. Подготовке к чему? Я без понятия, чувак, честно, я тебя, бля, буду. Я с этими ребятами месяца 4, и они мне ни хрена не говорят. Я, блядь, спрашиваю. Я серьезно не знаю. Подготовка. Пожалуйста. К. Я правда говорю, пожалуйста, не бей меня, не надо. Я думал, он правду говорит, Джон. Я Джон, ты Рик, все, мы это запомнили. Но у нас есть зацепка, она ведь должна куда-то привести, верно? Давай-ка проверим этот склад. Сука, вот, я понял, ты хороший коп, я плохой коп. Ну так-то мне позвонили, чтобы спросить... А, так-то как бы в деле закрыто. 50 очков для открытия, а где их высрать? Ой. А то есть мы не можем, да, следующий выбрать? Ай, да. Тут, кстати, 18 миссий всего. Понятно, в чем фишка. Не спеши сейчас. Попу съебался, не страшно. Раненый, он следы крови оставляет. Выследим его сейчас. Чувствуешь, да, пахнет кровью. Кровь. Вон, ты чё? Он за дверью? Ебатин красавчик. Тупо за дверью на закепил. Один литер. Там один Добро. Есть. Неоправданное. Чел с волыны бегает по помещению. Не, бля, в него стрелять нельзя. Блядь, ты достань, там, блядь, мне кажется, расстреливают, если ты, блядь, руку за пазуху засунул или в карман, нахуй, в тебя уже стреляют полицейские, не? Да. Здесь, сори, блядь, вооруженное ограбление, блядь, куча каких-то вооруженных хуёв. Просвет, вынешь дверь, чё-то не бьётся. Ой, как работает этот офицер, блядь, в первый свой день, а? Have we seen the actual reality of a monstrous crime? Or merely an illusion, the product of a tortured brain?